Все это время. На Семёна. Нет. И все это время, только да? Только сейчас. А. Видишь? Лампочка зеленая. Это зеленая? Маринкина. О, блин, укло. Я сливу ем и не пью, блин. Да. Ты же записываешь? Сейчас да. Да. Не просто зеркало. Нет, записываем. Так очень не рассвета. Так, представляете, это же оно наоборот снимает, а потом оно перевернет его. Куда приезжаю? Ну, то есть я буду с другого края. Да? Угу. Сейчас я включу подсветочку. Это была водка между прочим. Тут два трезвенника, водичка стоит. Кому интересно. Кому это? Мы же и будем смотреть, что ты подсвечиваешь. Я подсвечиваю спецэффекты какие-то. Может быть, снизу как для... Снизу стол. Боже, я уже снимаю. Okay, ну, нет, ты же делай, аля. Нет, нет, вот так снизу. О, нормально. Привет. Ну что, я не смогу сейчас до конца. Сейчас буду смотреть фильм. Мы в начале наши видяхи посмотрим. Окей. Okay. С правого верха. Сейчас, хорошо, да, мы пойдем покурим. Uh-huh. А, так, ну давайте вернемся. А что за... У кого из телефон Киевстар? У меня. Вот, я буду своего звонить. Не, уже не возьмут трубку, хорошо. Почему не возьмут? Я уже звонил. Ты звонил? Окей, я звоню. Можно бануш, можно... Мне все равно вообще. Я, короче, буду, наверное, опять сырники, мне понравились. Ну, тогда я такое хочу с вареньем. Сырники или налистники? Налистники, как мы решили, там всего лишь два блинчика. Не очень. И не два. Там четыре, но они четыре. Тонкие. Ну, мало, это такой легкий. То есть это, они не завернуты, так, нет. В трубочку там. Они завернуты вот так треугольным, ну, конвертиком. Конвертиком. И все, в нем, в котором ничего нету. Ты его просто макаешь в варенье. Спрошу, где блинчики тянешь. Угу. Да, нас тоже это возмутило, потому что их не оладушки. Мы зимой заказывали, то есть да. Не было, но они нам сделали. Ну, слушай, сейчас... давайте сейчас мы все это выберем, а по ходу ты спросишь, что блинчиков нет. Хорошо. Я смогу это сделать. Я уже в достаточной кондиции. Алло. А что нет? Блинов нет. Так, ну что, мы давай как-то на сырниках останавливаем. Давайте. Чтобы их уже хоть завтра не заел. Мы же пишем. Бывач. А что я сказал? Что? Я сказал бывач. Бывать, это слово такое. Бывать. Чтобы мы их завтра был, не бывать. Бывали. Бывать это в прошлом.